Всем огромный привет! Меня зовут Ирина. Сегодняшнее видео хочу посвятить тому, как я пытаюсь вернуться в форму после беременности. Почему пытаюсь? Потому что я это делаю нерегулярно, как хотелось бы. Итак, для этого, чтобы вернуть себя в форму, я себе приобрела вот такие вот шортики. Это вот они шли в такой коробочке. Это мои вторые шорты. Первые я покупала после первой беременности, после Максимки, шорты Артемис. Они были из аптеки. Это же из магазина распродаж Галамарт. Шорты для похудения. Написано неопрен, полиэстер, размер L. Вот такая коробочка. Тут уже детки немножко порвали. И никаких больше обозначений. Ну, я имею в виду, что размер L, и нет ни замеров, ничего. Это, кстати, минус. Далее. Так вот это все, это, конечно же, Китай, и пахнет это Китаем жутко. Так, это Китай по заказу нашего города Екатеринбург. Итак, сами шортики выглядят вот так вот. Упала, да? Сами шортики выглядят вот так. Они двухсторонние, с одной стороны синие, хотя... Как мне кажется, так некрасиво носить, хотя записано, что двухсторонние, да? Эта сторона синяя, а вторая сторона, которая как раз-таки там скрытый замочек и все, абсолютно черная. Запах у них был реально китайский, как только я их достала, таким Китаем запахло. И даже после уже нескольких стирок, это жуткий Китай, Китай вообще не выветривается. Видимо, этот неопрен, что ли, как-то себе так запах аккумулирует, что он никак не выветривается. В общем, вот такие вот шортики. Первые, к слову, у меня были бриджи, они куда удачнее и лучше, чем вот эти вот. Ткань такая очень упругая. Швы прошиты обмоточным швом. Далее, здесь хорошо швы обработаны, к этому придраться ни к чему. Итак, размер L для моих мерок к животе большой. То есть мне хватило буквально, там, не знаю, двух каких-то занятий, и у меня просто живот уже болтался. А как раз бедра и ноги нормально были. То есть знаем, да, что вот эти вот шортики необходимо покупать именно для того, чтобы они так вот немножко сдавливали, но не сильно, чтобы там не было застоя кровообращения и так далее. Ну и чтобы был эффект как вот парника, да, такой парниковый эффект. И вот эта жидкость, которая подкожная, которая там закапливается, все благодаря этим шортикам она наружу вырабатывается, да. То есть их можно одевать просто при домашней уборке, вот особенно когда полы моете, какая-то интенсивная уборка, на прогулку с детками, одел их под штаники вперед. Кстати, не видно даже под штанами, потому что здесь вот такая тоненькая обработка, я сколько раз одевала, такая тоненькая-тоненькая линия, но не сильно бросается в глаза. А также, конечно же, и занятия дома спортом. Дома я занималась под ходьба с Лесли Сансон, по-моему. Я их фамилию путаю. В общем, ходьба с Лесли очень популярная в интернете. 3 мили там почти 47 минут идет. Мне очень понравилось. Особенно, когда Аленушка была маленькая, ее можно так вот на руках укачиваешь и идешь. То есть там ходьба, разные движения, сторону и так далее. Классный эффект был. Так, вот еще у меня есть такой пояс. Это от Oriflame. Это мне подружка подарила. У него здесь вот такая вот ткань. А здесь как раз-таки тоже, видимо, тот же неопрен, только немножечко у меня уже порвалось. И такие липучки. Я как раз-таки делала так, что надевала этот пояс на живот, затягивала, и сверху шорты. Тогда какой-то эффект был именно на животе. Классно в нем потеешь, то есть воды выходит неимоверное количество. Единственное, что когда затягиваешь, надо, чтобы эта липучка не царапала тебе кожу. То есть вроде как мы ее затягиваем вот... Но вот эту вот липкую такую, да, часть, иногда получалось так, что она как-то выскальзывала у меня, не знаю, так, видимо, при резких движениях. Но результат мне очень понравился. Также я на прогулку одевала, то есть этот пояс, шортики и вперед. Еще что бы я хотела вам показать, это вот такой массажер. Тоже от Oriflame. Здесь такие шарики, которые, кстати, можно удобно доставать и чистить. А вот такая держалка для руки. И, собственно, все. Да, то есть вот такой массажным эффектом можно делать массаж как рук, как всего тела, так и проблемных зон. Ему массажировала слегка живот. Там сильно живот после родов нельзя массажировать, но немножечко можно.
И зону вот от бедер и ниже, то есть ляжки, да, все ими разносила крем, который я под шортики намазывала перед тем, как одеть шортики. Классно вообще эти шарики, они просто суперские. У них такой массажный эффект, что даже если у вас нету сил в руках, очень хочется именно массажа, даже спину можно. Эти шарики вам промассажируют все. Очень удобное крепление, по крайней мере. Мне очень удобно, не выскальзывает рука прям все вот. И не тяжело, и пальчикам не больно. И, в общем, у меня из процедуры состояла из первого, что я наносила крем вот этим массажным на свои ляжки, да, там на внешнюю, внутреннюю сторону одевала шорты, одевала пояс и занималась какой-либо аэробикой или гимнастикой. Также мне еще нравилась Джулиан Майклс. У меня есть скачанные 30-дневные варианты занятий, там 10-10-10 различной сложности. Но, честно говоря, сейчас нет времени и особого желания. Так, потому что ребеночка подрастает и требует к себе все большего и большего внимания. В общем, вот такой вот у меня уход за собой, возвращение в форму. Надеюсь, что скоро опять начну заниматься, появится это желание. Без желания, честно, так тяжело себя заставлять что-либо делать. Ну все, огромное спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Если какие-то вопросы, спрашивайте. Если у вас есть такие же шортики, пишите свое мнение. Вообще это на самом деле действенно? Или это по большей части какой-то плацебо? Мы просто одеваем и верим, что мы худеем. Или реально с помощью того, что жидкость лишняя выходит, наши формы приобретает интересные и красивые силуэты. Всем спасибо и пока-пока!